Я не знаю, что тебе, меломан, ответить. У меня нет других вариаций этого картриджа. Я не знаю. Я покупал у чувака в Москве. Так, ну чё, давай. Тюсь. О боже. Отвратная штука. Да, мне шаг дадут сегодня сделать? Пиздец. Ощущение, что здесь босс-раш где-то намечается. Охуительно. Я возьму. О боже, это место. Спасибо, до свидания. CG. Да хуёво, у вас damage boost? 5-6. Блять, задамажили? Ну конечно. Ну конечно. Да-да-да. Посмотрим, что для Бельмонта падает наверху. Топор. Может, кнут? Так, где двоечка-то моя? Двоечка моя. Пар-п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 ар
А как в Папайе. Неделю сейчас будем ждать, пока сердежка упадет, блядь. Окей. Чё тут? А. А. Ах, да. Да ну охуеть, блять, и как мне это проходить? Окей. Не-не-не, мне нужно это. Как там? Впрочем, ничего нового, да? Костла душит. Шкуби-ду. Раз, два. Да плевать, иди. Просто иди. О боже. Ты что, издеваешься? Духота, 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 это все духота, 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 ла, 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 это все духота, это все духота, духота, это все духота. Бесит духота. Блять, а надо было часы взять. Черт. Часы-то это вообще прям оптимальный вариант здесь был бы. Ну окей. Помнится, он в полете может. А. Оу. Что-то я не взял ничего. 4200 салей. Я без понятия, что там. Я поэтому и не собираюсь на всяких хали ничего покупать. Такого. Потому что, ну нахуй. Купишь. Потом хуй знает, что это. Это то или не то. Ну просто он не может 4200 стоить. Ну просто не может. Почему он 4200 стоит? Если он более редкий, чем натовский.
Да, блять, ну что ты? Да иди ты в пизду, блять, игра! Заебала, блять, меня уже! Какого хера он на лестницах стрелять, блять, не умеет? Я, блять, понять не могу этого. В чем проблема? Слишком высоко, я боюсь, блять. Заебался я уже играть в эту игру, блять. Она настолько душная, что пиздец. Че меня не бесило бы, блять, если бы здесь конты были кончаемые. Да ну вот нахуя, что это было? Потому что мы проходили бы разные вещи. Ну нет, блядь. Мы должны проходить одно и то же. Я уже, знаешь, с тем, что осталось в этой таблице, я уже вообще не знаю, что от кого ожидать. Тут каждый второй задушнит. Иди ты, блядь, ну нахуй, что это, блядь? Я, блядь, второй кран пройти не могу. Чё за пиздос? Или какой это экран? Похеру. Суть одна. Ну чё? Выкинут они мне теперь часы. Интересно. Было бы прикольно. Ладно бы, можно было просто на лестницу приземлиться в полете. Хуй там. Нельзя так. Хочу уток, но выберу духоту. Да. Лестницу. Сдохни. А сдохни, пожалуйста. Это трындец какой-то. Я как будто с боссом дерусь, блядь. Что это? Угу.
Это сейчас этот момент будет? Ой, блядь, да. Ой, блядь, да. Что? Да ну ты бредишь, игра. Или чё? Конечно, блядь. Там, сука, сантиметр, блядь. Расстояние, ебать. Ты чё, блядь? Даже больше. И он, сука, туда провалился. Ну, блядь, вообще охуенно. Нравится. Да хули ему. Лишь бы потроллить меня. Ай, ладно, Лукард нам здесь не особо нужен сейчас. Нам нужен ты. А Лукардам есть только спасаться. От всей этой берберды. Ну и чё, ты не умираешь? И опять я на те же грабли наступаю. Ну, не нормально. Да что? Блять, сердечки кончились. Ну конечно, блять. Ух ты, все еще Кастельвания. Да, прикинь. Таким дном себя чувствую после своих сообщений. Ух ты, Кастельвания все еще. Попробуйте сами ее пройти. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Окей. Окей. Фу, блядь, я испугался, я думал, ты не долетишь. Ну, это вроде все, да? Выше уже некуда. Так, и что тут? Бля, там что-то слева есть. Но я что-то это брать не хочу даже. Господи, это место. Так, где он?
О! Смотри, как плывут красиво. Бля. Эмеральд. Конечно. Не было. Ладно. Пара-п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 ара
Не. Это будет мощно-мощной прям. Сука. Нет. Что ты делаешь? Нет. Я его уже удалил отовсюду. Нехер шутить было. Удалил его из интернета, да? Из конфы в Дискорде. По-другому я не знаю, как это говно бесит. Абсолютно без понятия. Я просто его уже за это банил. И чё? Он осознал? Он что-то изменился?
Что-то, я не знаю, ну... Что-то поменялось? Нет. Так, это last level еще. Плохое начало. Я считаю. Да птица! Да птица! Дрянь. Какие чижики? Чего? Чижики! Вспоминаем, как это делается. Что этот уровень почему-то я хорошо помню. Там хилка справа, да? Да-да-да. Да ну, сука, хватит меня сосисками бить. Бали. Чё меня здесь в этой игре все сосисками бьют? Ну, все, он, блядь, как на лестнице, все это... Это просто звони в милицию. Как он по лестницам ходит. Он, во-первых, длинный, его все дамажит. Да нафига мне такая кормежка? Сырыми. Что это? Че, мы звери какие-то? Шкуби-ди-пам, 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 шкуби-ди-пам. Да ты... Сика-скелет. Чё-то тут было? Не помню. Ну, вроде нет. Хома! Дому дороги! Дому дороги! Спасибо, Варзай, за хвост. Здорово, Валер.
смешно. Я забыл, как ты, блять, работаешь. Окей. Блять, а почему отсюда? Вот это вообще непонятно. Почему отсюда мы начинаем? Бля, ну хорош. Надо два ходили. Бас. Хорошо. Два 50. Ёпта. Чё так долго-то? Как успехи? Ну, последний уровень. Вот он. Да я хп донести не могу. А хп тут мне не дают просто. Да, я играл в нее. И с удовольствием больше его не играл. А урон сегодня только в голову наносится, да? Окей. Раух, съебись. Да ну, блядь, почему в этой игре, сука, прыжок не работает, блядь, по-человечески, ну? Какого чёрта? Да ну, блядь, завязывай, слышь, ты хуесос, ну, блядь, уйди! Чё за бред вообще происходит? Так. Да какая мышка еще? Только от того, что он мышка. Мне каждый раз оттуда начинать. Это ж бред полный. Почему здесь нет чекпоинта? Мне непонятно это. Обычного. Зачем так делаешь? Нахуа ты так делаешь? 18, окей. Чего, блять? Чего? Что меня задамажило? Его перемещение, блять? Это с хуя ли оно дамажит-то? Сто раз там, блять, ходил, ничего не дамажил. Я ебал игру просто, блять, вот так вот прям. Хеликоптер Дик, блять. Бред какой-то, ну. Н-
наизусть я знаю, как его убить. Ты знаешь, сколько раз я первый раз проходил это место? Есть такое выражение в сказках. Ни в сказке сказать, ни пером описать. По ощущениям, я тут неделю сидел. Ну, часа три, наверное. Опа! Красиво. Вот это место пройти без дамага. Просто здесь... Да, блять, ну хорош! Вот этот скелет, он заебет же ведь. Он просто, блять, грани не знает. Он просто ходит и ходит. Ходит и стреляет, ходит и стреляет. Эм, похер! Я не понял, Варза, о чем ты говоришь? Какие хосты, чё? Куда ты? Вот, блядь! В доказательство! Просто. Что? Почему меня сейчас не задамажило? Я не понял. Куда ты пойдешь? Блять, что? Может, хилочку какую-нибудь, я хуй знает, дадите, не? Фу ты, блять! Хилочку нахуй. Да ну нахуй тебя, блять! Сука, паук сраный! Как вы заебали меня! Всей толпой, блять! Шел нахуй, лежи здесь, блядь, не вставай. Да, блядь, хуя ли второй-то пришел? Откуда, блядь? Теперь вы мне, блядь, вдвоем будете голову морочить? Еще паук пришел! Охуеть вообще! Вы че, блядь? Че это? Че происходит, блядь? Вы че, совсем, блядь, что ли? Пиздец, этот пришел, этот пришел, этот пришел. Блять, играть! Если тут со всех сторон все приходит, блять, каждые 2 секунды. Эй, вали вы! Игра меня сейчас будет любить. На второй фазе. То, что вы сейчас вот происходит с дракой, вот херня полная. Почему ты... Я нихуя не понимаю, что? Зачем ты назад-то превратился, блядь? Спасибо. А где перевоплощение? Его сегодня завезут вообще, не? Да. Long time no see.
Хм. Окей. Окей, фулл хп. Ты наглеешь, я тоже буду наглеть. Да ну это, блядь, чушь какая-то. Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Чё происходит-то вообще? Блядь, что? Что он делать начал? Я ничего не понимаю. Он просто, блядь, поставил огонь там, где я стою, блядь. Просто вот так вот. Там даже встать невозможно было. Чего это такое? Да я хер его знает. В прошлый раз было, блин, что он мне не нанес дамаг. Потом он мне внезапно начал наносить дамаг этим. Я не знаю, что происходит. Я уже вообще ничего не знаю. Спасибо. Нахуй тебе. Ты что, издеваешься? Ну, по-моему, это гуф. Это был конт. И меня откинуло. Да, я умру лучше. Чё ты варзай стримил-то? Я чё-то ничего не спросил. Я уже просто... Настроение было хорошее. Потом все начали что-то, блядь, вокруг меня... Какой-то заговор, блядь, проворачивать. Что, блядь, Чика не может быть хорошего настроения. У него должно быть плохое настроение. Давайте мы его испортим. Давайте закажем кослу. Давайте, блядь, игра потом еще, короче, сломается. Придется, блядь, завтра заново начинать. Теперь еще Санек, блядь. Нервы мне трепет. Своими шутками охуенными. За что, забанен навсегда? Я не буду его, блядь, восстанавливать. Из конфы я его уже выкинул. Все. Твою мать. Прошла. Да, блядь, да иди ты нахуй, летучая мышь, ну чё ты, блядь, начинаешь хуйню какую-то, блядь, пиздец. Да не пятница, это четверг еще. Пятница только началась. Бля, я ебу. Я лучше пятницу 13 сыграл, чем эту кастлу, блядскую. Ущербную. Да, блядь, ну почему ты дамажишь-то меня? Алло, блядь. Хули ты полетел в другую сторону? Пиздец. Все такое, блядь, здесь непредсказуемое. Прям, блядь, вообще не могу. Я, блядь, весь горю, нахуй.
с этой игры. Что Санёк сделал? Он опять ванговал. Я его предупредил, не надо. Спросил, смешно это? Да, он сказал, смешно, но я его и забанил. Потому что это не смешно. Это нихуяшеньки не смешно. Он же всегда так делает. Ну все, больше не будет. Больше не будет, потому что Санька, все. Хватит. Да бля, понимаешь, Валер, это даже не шутка, ёпта. Была бы эта шутка, я бы такой посмеялся бы, да, окей. Смешно. Ну, сука, тут и так пригорает, короче, и этот еще, блядь, влезает тут со своими охуительными историями. Ой, а давайте, короче, мы на завтра эту игру расставим. Здорово будет. Завтра еще весь стрим будем в нее играть. Шел ты нахер с такими, блядь. Охуительными историями. Да ну, блядь, за что? Почему ты меня задамажил? Алло, опять начинается. Я слишком категоричен. Может быть. Это не делает меня плохим человеком. Привет, Паша. Он такого не говорил. Он говорил про Супер Кастельванию 4. Потому что там можно махать кнутом вверх, охуеть. Ну, ты хотел сказать критичен. Блять, ну спасибо. Да давай, съебай. Ты какой, блядь, Хесус, ёб твою мать. Давай Angry Video Game Nerd. Ну, Хесус, блядь, ещё какой-то. Кто это вообще? Чё, блядь, происходит? О боже, блядь. Нет, мне не нравится, что... Зачем? Это лишнее. Бля, лагалити, давай голову ему снеси нахуй. Нет, не надо, блядь, ну! Сука! Я не знаю таких. Блять, ну почему ты постоянно, блять, своей, сука, костяшкой меня задеваешь? Клоун. Нет, не умеет. Она только для полета. Кого пройти? Кого? Бля! Uh-oh.
сука. Сука! Что за уебанский босс, блять? Да ну уйди ты нахуй оттуда, блядь, ты, пожалуйста, игра. Блядь, будь благоразумна, я тебя молю, блядь, ты заебала уже, ну. Как же ты меня достала, блядь. Ну конечно, блядь, сейчас второй скелет, блядь, зареспаунится. Ну понятно, как, блядь, без него-то, блядь. Ты же, блядь, игра... Да ну хули ты делаешь? Я, блядь, в растерянности просто. Нет, чтобы подняться по лестнице. Он, блядь, шаг вправо сделал, блядь, прям на кость. Охуенно. Огонь просто. Пожалуйста, игра. Да, я тебя пройду. Все, блядь, осталось... 15 минут до конца стрима. Не выебывайся, игра. Все, заебало, все, заткнись. Эй, там еще третья фаза, ведь. Ну, еб твою мать. А как ее бить, я вообще не помню. Помню, что с Лукардом там. Да ну конечно. Пошла чего? Бред какой-то, блядь. Ну, хоть без дэмэдж буста. От этого хп не полное все равно. Бля, скелет заебал, не беси. Хрена, блядь. Окей. Чем дальше мы стоим, тем шире размер пламени. То есть нам, в принципе... Нам, в принципе-то... Чё нам? Блядь, ну... Три удара, не жадничай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Блять, ну что ты делаешь? Сука, тюлень, блять. Uh-oh.
Я ебу. Оптимально. Оптимально ты, блядь, встал. Да, я топоры не взял. Фак. Ладно, давай так. Я не буду сейчас ничего уже выдумывать. Я понимаю, что так будет быстрее, скорее всего. Хотя... Давай попробуем. Чё там у нас за кнут? Обычный. Ух ты, блядь. Этого не хватит. Самый длинный кнут. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять. Отходим. Блять, задамажился. Ничего страшного. Ну, 17. Бум. Да что? Теперь еще и это дамажит? Ты че, блядь, игра? Да ну конечно, блядь. Да ну какого черта-то, блядь, ты два раза стрелял. А, у тебя еще центральная голова цела. А как мне в нее стрелять? Алло. А как мне в нее стрелять-то реально? Окей. Дай-ка попробую. Хорошо. Это работает. Но этого недостаточно. Окей. Thank you.
Да, блядь, платформа, уйди нахуй. Типа Юрий, типа Архимон, типа Фёрст, типа Тиран, типа Архимон, типа Саска, Саска, типа Ромошек, типа Варзай, типа Дизи Краб, типа Блэзер, типа Седал, спасибо Сиджи, спасибо Цамета, типа Достальчик. Спасибо, Алир. Фух, жуть какая, блядь. Данич, если ты меня слышишь в повторе, я на тебя не обижаюсь. Я на тебя злюсь. А еще ты тряпкой получишь, сучка. Игра тут, блядь, меня выбирает. Роскошные. Прям до конца стрима. Ну охереть вообще, конечно. И помечу, что прошли. Кошмар какой. Валер, чё Питер? Чё по Питеру? Ты на сколько, если поедешь? С 28-го. Женя сказал, с 28-го. 28 октября. Чуть понедельник вообще. В какое? Она говорит, у нее неделя, что ли, отпуск. Ну, я хз, сколько он там будет. Мы можем раньше уехать, какая разница. Или позже приехать. Я хз. Пиздрать.